Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители, с вами Грегор, и это девятая серия второго сезона проекта Город в Майнкрафте. В прошлом выпуске я вам показывал котельную, а также я показал изменения в главной площади города. И забыл сказать, в прошлом выпуске я планирую перенести главную площадь города где-нибудь в центр города. Ну, когда город разрастется, я планирую перенести часть города, так сказать, его главную площадь в центральную часть города. А бывшее место, можно сказать, либо застроить, либо ставить, либо, можно сказать, перепрофилировать. Ну, то есть построить что-нибудь другое на месте администрации и так далее. Но это пока что в планах, пока что городок, ну, не слишком огромный, всего примерно проживает больше от 1500 человек, хотя приблизительно 2500-3000 человек. В общем, небольшое было такое вот отступление, друзья, и теперь давайте приступим к обзору. Вот так выглядит АЗС. В этом выпуске я показываю АЗС, магазин Монетка и почту. Также есть небольшие, можно сказать, небольшие обновки, то есть маленькие такие, типа такой вот ларек, там же стоит ларек шаурму и таксофон. Но во всем, можно сказать, по порядку давай. Вот так выглядит АЗС снаружи, то есть в цветах логотипа Газпрома. Так вот выглядит, то есть голубой и плюс синий. Старая табличка осталась, это, можно сказать, переносил все кумарское. Правда, я добавил небольшое отличие, правда, можно сказать, маленькое, так что... В общем, как-то так. Тут у нас, типа, у нас указаны цены на топливо, то есть... Ну, я не стал заморачиваться, то есть я не стал писать, сколько там стоит, но поскольку там... цены на топливо, можно сказать, в России растут очень быстро, и тем более чуть ли не каждый день. Тут у нас дальше встреча. О, кстати, это еще одна старая табличка, с какой у нас осталась. Вот нас встречает надпись АЗС, то есть автозаправочная станция Газпром. Вот. Тут у нас дальше имеет. Тут у нас такие колонки. То есть, с одной стороны, я, мускай, поленился там писать, типа, какое там топливо, но с другой части уже самое интересное. То есть. АЕ-92, АЕ-95, метан, кстати, как ни странно, в последнее время Газпром призывает, можно сказать, водителей переходить на газ, то есть на голубое топливо, это экологично, то есть для экологии это полезно, чтобы переходить на этот метан. Дальше у нас дизельное топливо, и дальше идут уже тоже АЕ-95, и 95 только уже G-Drive. Но это тоже относится. G-Drive тоже относится к Газпрому. Я слышал это об этой фигне, можно сказать. Дальше у нас такая вот касса, где мы оплачиваем за то, что мы заправились, то есть за топливо. Тут есть полки, типа можно взять что-нибудь себе, покушать себе, можно сказать, в дорогу, все. Тут книжки стоят. Вот такая вот заправка. То есть, кстати, маленькое обновление около остановочного пункта, то есть около остановки автобусов. То, что я добавил небольшой вот такой продуктовый варёк, то есть, внутри, в принципе, тут только полки с книжками, больше ничего. Ну, типа там продукты лежат, ладно? Ладно. В принципе, вот снаружи, то есть тоже ничего особенного, то есть такая коробка, плюс еще и накрыта здесь кварцевой плитой, то есть там, то есть он накрыл светотехнику, которая на крыше, вот здесь вот. В принципе, я построил ностальгия, то что типа... Такой же продуктовый ларек был, то есть на остановке одной. Ну, в Челябинске, разумеется, это была остановка другого,
ДКТС, то есть типа, Дом культуры работников теплоэлектроцентрали 1. И там раньше изначально был, но потом он закрылся, и там просто внутри ничего особенного нету. То есть было закрыто. Внутри только мусор. Теперь давайте переместимся на Щербаковскую улицу. Кстати, вот, вот она, монетка, шаверма, почта, и за ней таксофон. Давайте зайдем в монетку. То есть, так, причем, я еще, можно сказать, мучился, как сделать нормальный фасад. Причем, ну, я решил взять вариант с интернета и сделал такие. Так выглядит тут уже снаружи магазин, то есть у нас только три кассы. Почему три? А потому что потом... Дальше у нас идет сам вход. Тут у нас уже лежат товары, тут замороженный товар. И да, друзья, вот здесь вот уже могли бы здесь лежать, можно сказать, эксклюзивные товары, типа одежды, там, игрушки и так далее, и так далее. Но я не знал, как это сделать, хотя можно просто добавить, типа, вот книжные полки, вот. Самое примитивное, друзья. Для меня это как самое примитивное, но... Но я тут подразумевал, что там, типа, будет, может быть, типа, газеты лежат из журнала. Готово. Вот так вот. Да, извиняюсь, что так вот темно, просто я забыл добавить свет. Вот. Дальше на это у нас проходит тоже помещение. Ну, в принципе, ничего особенного. Вот так вот, ну, своеобразный, ничем не отличающийся склад. Ну, как сказать, то есть ничего здесь обычного, ничего, но сверхъестественного здесь нету. Просто склад, просто сундуки. И такая большая, огромная дверь для грузовиков. И дальше сама такая вот дорожка, ведущая от дороги к складу. Так, дальше у нас ларек шаурмы. Правда, тоже ничего особенного здесь нету. Просто там 4 печки внутри стоят. А так вот... Ой, я случайно дырку сделал. В принципе, внутри ничего особенного, так, чисто маленькая коробка, то есть, ну, маленькая коробочка, там, 4 на 5, что ли. И вот дальше идет уже почта. Так вот так выглядит почта снаружи, так вот. Дальше у нас специальный выход. Так вот, по бокам видно. В общем, тоже, в принципе, коробочка, то есть, но, можно сказать, окрашена, сделать... А, конечно, так же, как и в Якумовской почте, то есть в отделении почты из Якумовска, там, в принципе, там точно такая же окраска, то есть голубое, там, голубое и синее, то есть как обычно символизируется почта. А рядом с почтой находится вот такой таксофон Ростелеком, такой. То есть я добавил люк, типа диска телефона. В общем, вот так вот необычно выглядит. Ну, в принципе, 2 на 2 блока, то есть. Ну, в принципе, годится. Ну что ж, давайте заглянем в отдел, в почтовое отделение. Тут у нас зал аж, то есть небольшой коридор, здесь еще место ожидания своей очереди. Тут у нас также кассиры. Ну, а сзади, ну и сзади, ну и за кассами у нас такой вот небольшой склад, где лежат посылки, газет, посылки, письма, журналы, газеты и прочее. И здесь тоже самый мозг. Кстати, да, вот та дорога, можно сказать, получилась, можно сказать, смежной. Ну как смежные, так, это чисто. Могут типа заезжать и грузовики, то есть в монетку,
чтобы продукты доставить, и в сторону почты, чтобы доставить посылки и письма. В общем, друзья, вот такой получился 10-минутный выпуск. Понравится или нет, решать вам. А с вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи. С вами был Грегори. Всем удачи. Всем пока.